В эфире информационная программа «День города», в студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Губернатор Рязанской области провел встречу с руководителями крупных промышленных предприятий региона. Лето в каменных джунглях. Как рязанцы спасаются от изнуряющей жары? Российская дрифт-серия. Очередной этап самых зрелищных автоспортивных соревнований пройдет в Рязани. Рязань вновь посетил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Вместе с губернатором Олегом Ковалевым они провели встречу с представителями промышленной отрасли региона. И в формате вопрос-ответ обсудили самые важные темы, определили курсы развития промышленного бизнеса. Олег Ковалев провел встречу с руководителями крупных промышленных предприятий региона. В работе принял участие председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров. Открывая встречу, губернатор отметил, что в настоящее время идет формирование федерального и областного бюджетов на трехлетний период. Олег Ковалев подчеркнул, что государственную поддержку прежде всего должны получать крупные предприятия и субъекты малого и среднего бизнеса, которые создают дополнительные рабочие места, чья продукция после выхода из кризиса и снятие санкций будет конкурентоспособно и ориентировано на экспорт. Для этого мы будем в правительстве Рязанской области принимать управленческие решения по созданию соответствующей структуры, небольшой гибкой структуры, которая будет оказывать содействие продвижению наших товаров, которые будут готовы и по качеству, и по цене, и которые могут давать доходы, прибыль, потому что курсовая разница сегодня позволяет нам это делать, и если мы сегодня закрепимся там, то это говорит о том, что конкуренты, которые могут потом прийти на наш рынок, они встретят достаточно жесткую конкуренцию со стороны наших отечественных производителей. Отвечая на вопросы участников встречи, которая прошла в формате дискуссии, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что сегодня необходимо оказывать активную поддержку реальному сектору экономики на законодательном уровне, в том числе в сфере льготного налогообложения. Мы как раз написали о чем? Что давайте мы все-таки сделаем так, чтобы то, что региональные налоги, только региональные органы устанавливают льготы. Они лучше знают, кому надо дать льготу. Вот это тогда, это будет адресный характер. Там из-за Садового кольца не видно, кому надо дать льготу. Более того, тогда с нами будут вынуждены договариваться и предприятия железной дороги. Все будут вынуждены договариваться. Потому что когда говорят, ты что, хочешь, чтобы «Газпром» в деревне договаривался по поводу того, что по поводу льготы на землю? Я говорю, да, хочу. Говоря о перспективах развития промышленности, Андрей Макаров отдельно остановился на задачах подготовки кадрового резерва. По его словам, предприятиям следует активнее взаимодействовать с вузами и СУЗами в части теоретического и практического обучения молодежи, в том числе будущих инженеров. Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы поддержки предприятий, работающих в сфере импортозамещения, доступности банковских кредитов, исполнения гособоронзаказа. В Рязанской области продолжается ежегодная плановая проверка школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Основные средства на ремонт выделяются из городского бюджета, но есть и сферы, которые ложатся на плечи родителей. Анна Герцовская обо всем подробнее. В работе в этом году будет 84 образовательных учреждения, из них 45 школ, 35 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования детей. И работы нам нужно будет завершить в течение вот этих двух месяцев до 31 августа. Раньше, чем 31 августа, планируется завершение работ по утеплению фасада здания 88-го детского сада. Подрядчик выполняет ремонт хорошими темпами. Теперь малышам зимой здесь будет комфортнее и теплее играть в группах и отдыхать во время тихого часа. Помимо внешних работ, у нас внутри здания также ведутся внутренние ремонтные работы. Это по благоустройству служебных и групповых помещений. Здесь задействованы внебюджетные средства. А также хочется сказать огромное спасибо нашим активным родителям. То есть без их помощи нам бы не обойтись. Помощь родителей высоко оценивают и в объединенной школе номер 1925. Там благодаря их средствам недавно был отремонтирован кабинет ИЗО. А при поддержке городских властей теперь в школе появится 3 обеденных зала вместо одного для большего удобства школьников. У нас будут новые к 1 сентября залы обеденные, которые отвечают всем санитарным нормам. Наши дети будут завтракать в первую и вторую перемену, а к 12 часам будут уже обедать. Мы очень благодарны администрации города за это.
Помимо основных средств, потраченных на ремонт зданий, кровли, водоснабжения, электромонтажных работ, дополнительно выделяются деньги на установку видеонаблюдения в школах и детских садах. В этом году оно появится во всех 69 школах, но не во всех детских садиках. Оборудование будет работать только в 32 дошкольных учреждениях из 112. В Рязани из-под стражи сбежал опасный преступник. Инцидент произошел в среду на улице Дзержинского. Полиция обращается за помощью горожанам с убедительной просьбой всем, кто видел подозреваемого, позвонить по телефону 02. Уточняется, что молодой человек хорошо ориентируется в городе. В момент побега был одет в черные спортивные штаны и черную футболку с синими вставками. На ногах черные кроссовки, на правой руке наручники. В России активно собираются подписи под петиции, призывающие отменить пакет Яровой, который может иметь разрушительные последствия для экономики страны и принести вред российским гражданам. Большая часть законодательных предложений депутатов вступит в законное право 20 июля. Поэтому, как говорят противники закона, именно сейчас стоит осознать его губительные последствия и не допустить реализации. 7 июля Владимир Путин подписал так называемый пакет Яровой. В этом пакете содержатся поправки к десяткам законов, которые расширяют полномочия государства, ужесточают контроль над жителями страны и ограничивают права, гарантированные гражданам Конституции. Содержание документа вызвало широкий резонанс в обществе. Например, в пакете Яровой появился пункт, обязывающий операторов сотовой связи и интернет-провайдеров хранить содержание всех интернет-смс-переписок и телефонных звонков в течение 3 лет. Мы считаем, что подобный законопроект нарушает конституционные свободы граждан, да, которые предусмотрены. Помимо этого, операторам связи потребуется значительное вложение для того, чтобы формировать эти дата-центры, где будет храниться подобная информация, развивать эту инфраструктуру. Потребуются огромные затраты. Некоторые операторы уже посчитали, что затраты на обустройство дата-центров сходны выручки за несколько лет. В связи с этим возможно увеличение абонентской платы за услуги связи примерно в 2-3 раза. Против нового закона выступили крупнейшие российские интернет-компании Mail.ru и Яндекс. По стране прокатилась волна митингов с требованием отменить прозванный в СМИ пакет Яровой. На сайте Change.org создана петиция об отмене пакета Яровой. Каждый желающий может подписать ее. На данный момент ее подписало более 500 000 человек. Когда петиция перешагнет порог в 1 миллион подписей, ее направят в Европейский суд по правам человека, председателю правительства и президенту Российской Федерации. Из-за случая, произошедшего в Рязанской области, участились разговоры о подводной охоте. Напомним, в Спасском районе на Оке в ночь на воскресенье во время подводной охоты мужчина вместе со своим знакомым во время нахождения под водой, думая, что стреляет сама, выстрелил в друга. От полученной травмы 26-летний москвич скончался на месте. Лето в самом разгаре, и большинство жителей страны в это время привыкло отдыхать. Кто-то улетает в теплые страны, кто-то по старинке уезжает к бабушке в деревню. Также находятся любители экстремального отдыха, от прыжков с парашютом до дайвинга. В последнее время на территории России набирает популярность подводная охота. Этот вид экстремального отдыха довольно сложен, но его можно освоить легко и быстро. И все же не стоит пренебрегать техникой безопасности. Это чревато трагическими последствиями. Одним из самых опасных моментов для подводного охотника является, конечно, встреча с сетью, которую наши браконьеры ставят в наших водоемах. Соответственно, основным элементом является нож. Без него ни один подводный охотник, который в здравом рассудке, конечно же, под воду не пойдет. Возможно, этот нож никогда не пригодится, но может и пригодиться всего один раз и спасти вам жизнь. Соответственно, на водоемах, где осуществляется судоходство, обязательно должен быть буй сигнализирующий с флажком, что под водой находится один из подводных пловцов. Он будет обозначать место погружения или подводного плавания подводного охотника. Так что те, кто уже слышал наставления, могут передавать их своим знакомым. Возможно, что это кому-то поможет избежать несчастного случая. Роструд призвал сократить рабочий день во время жары. Работодатели призвали обеспечить работников питьевой водой, возможностью делать перерывы, а также создать места для отдыха и предоставлять краткосрочные оплачиваемые отпуска. Согласно нормам Санпина, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час. При повышении температуры на 29 градусов на 2 часа и при температуре в 30,5 на 4 часа. Об этом сообщил Роструд. Самые жаркие дни лета в городе – испытание для многих. Особая примета этого лета – каждый второй прохожий с мороженым или стаканом холодного напитка в руке. Продавцы выручкой довольны.
хороший день человек 200 точно проходит. Очень популярен, вот люди приходят постоянно, покупают лимонад, квас. Пока не все согрелись, но достаточно продается. Выбор правильной одежды из легких натуральных тканей, светлые вещи свободного кроя и обязательное наличие головного убора. В эти дни получить тепловой удар легче простого. Кстати, японцы в летнюю жару носят на шее белые мокрые платочки. Когда платок высыхает, его опять смачивают. При высыхании он охлаждается и охлаждает нас. Даже небольшое снижение температуры облегчает состояние. Пьем жидкость, квас, воду, едим мороженое. При возможности плаваем. Для меня это экватор, это супер, это все. Любите природу, погоду, какая она есть. Как Лариса Фриндлих говорила в песенке, в советское время у природы нет плохой погоды. Травяными чаями различными. У нас есть прекрасный чай на основе иван-чая. Уходим вот на речку на карьер. Как что спасаемся? Дома, в кондиционере. Нужно больше есть мороженого, наверное. А пить воды? Пить воды обязательно, без газа, но только теплую. Мы улетаем на юг в ближайшее время, и, мне кажется, наоборот, хорошо подготовим организм к жаре, поэтому... Будем запасаться холодными напитками и кушать мороженое. Залезаю в холодильник и представляю фильм ужасов. От этого идут мурашки по коже и становится как-то... Общий дискомфорт ситуации снижается до нуля. А тех, кто любит погорячее, синоптики спешат обрадовать. Днем температура выше 30 градусов сохранится до середины следующей недели. А вот настоящим любителям спорта и ярких впечатлений жара, конечно, не помеха. 15-16 июля Рязанский автоспортивный комплекс «Атрон» вновь примет этап российской дрифт-серии. А также впервые в Рязани пройдет мотофристайл-шоу. Трасса «Атрона» обещает стать ареной настоящей дрифт-битвы. На четвертый этап РДС уже заявлено более 40 сильнейших пилотов со всей России. От Краснодара до Владивостока. Среди них как звезды российского дрифта, такие как Георгий Чевчан, Аркадий Цереградзов, Евгений Ружейников, Евгений Сытюков, Андрей Песегов и другие. Так и лучшие дрифтеры ближнего зарубежья из Украины и Белоруссии. На субботнее соревнование заявлено больше 45 участников. И приехали они не просто со всей страны, а еще из-за границы. Этот автомобиль приехал из Красноярска, трясся на автовозе почти 6 дней. И уже где-то на подъезде есть автомобили из Белоруссии. Мы ждем самой горячей гонки в сезоне. Наши водители в восторге от Рязанской трассы. Уже расходятся слухи по всей стране. К нам едут люди из Краснодара, из Тюмени, из Красноярска. Просто для того, чтобы получить здесь удовольствие. А когда водитель получает настоящее удовольствие от езды, зрители останутся в восторге. Этапы российской дрифт-серии без преувеличения можно назвать крупнейшими событиями в мире дрифта на территории России. Пилоты соберутся на Рязанской трассе, чтобы показать все свое мастерство и выяснить, кто же достоин звания победителя. А по уже сложившейся традиции, именно на этапах российской дрифт-серии действительно выявляются сильнейшие дрифтеры на всем постсоветском пространстве. Достаточно большой состав прям таких легендарных, мясистых, можно сказать, участников, которые, естественно, тут будут биться. И здесь уже будут влиять какие-то мелочи совсем, которые будут решать, кто победит. То есть конкуренция бешеная, на самом деле она у нас даже без приезжих звезд бешеная. Вот, а сейчас будет вообще на грани и на краю. То есть будет прям еще уже попадание в квалификацию уже будет большим подвигом для любого пилота. Мы приехали из Красноярска, в этот раз приехали с Аркашей, с Цереградзовым. Вот, очень интересная гонка здесь на Атроне, мы в прошлый раз гоняли. И несмотря на то, что у нас в Сибири этап в Кемерово, мы все равно решили приехать сюда, в Рязань, потому что очень много пилотов приезжих с разных регионов, даже за границы, с Белоруссии, с Украины пацаны приезжают. Ну, в общем, нам интересно было приехать. Мы выбрали в 4 раза дальше гонку от нас. И вот планируем провести эти выходные как надо. Несомненно, проведут выходные как надо не только участники соревнований, но и зрители. Равнодушных не останется. Четвертый этап российской дрифт-серии станет не просто праздником автоспорта, но и фестивалем экстрима. На автодроме состоится грандиозное мотофристайл-шоу от известного райдера Алексея Колесникова и его команды. FMX – это невероятные прыжки со специальных трамплинов, сумасшедшие трюки в полете и море адреналина. Так что самое зрелищное событие этого лета ждет не только всех поклонников дрифта и автоспорта, но и фанатов мотоспорта. Бескомпромиссная борьба самых ярких и мощных спортивных автомобилей на трассе и захватывающие трюки на мотоциклах подарят незабываемые эмоции и впечатления всем зрителям и болельщикам.
На этом у меня все. Хорошего продолжения вечера и летнего настроения. До встречи в эфире.